Ребятушки, приветики, приветики, приветики. Все проснулись? Так, Лилёк не забыла, что у нас сегодня торт. Не поздоровалась? Гену я на проводе. Печка сидит. Разъемная форма. Быстренько смазываем, застилаем и побежали. Вчера Виталька такой сделал шедевральный тортик. У меня вот такие вот яблочки. У него были красные красивые, но у меня краснощекие. Я с вот этих двух красных щек попробую нарезать такие красивые слайсы. Какие слайсы сейчас покажу. Вот как мы нарезаем наши синенькие. Тоненько, видите, слайсы. Но так мне надо нарезать яблочки. Времени у меня очень-очень мало. Я очень-очень спешу. Поэтому застилаю форму, бегу за яйцами. И мы начинаем с вами готовить. Кидаем взбивать наши яйца. Виталика было 3 яйца. Но у него яйца были крупнокалиберные. У нас они помельче. Это я на глаз определила. Поэтому у меня 4 яйца, 200. И телефон у меня Доник. С утра сам по себе выключается. Так, тут у меня килограммчик сахара. Что у нас пойдет? Щепотка ванильки. Я сахар добавляю, когда яйца чуть-чуть всколыхнутся. Пока добавлю щепотку ванильки, начну колыхать и добавлю 200 граммов сахара. В этот торт у нас пойдет 80 граммов растительного масла. Сояшниковая олия. Так, нерафинированная. И... У Виталика была сметана, у меня сливки, у меня нет сметаны. 170-180 грамм жирненьких сливок, у меня 35%. Все, ребятки, погнали. Уже вон такая. Секундочку выключу. Сейчас мы в эту массу добиваем сливки и растительное масло. У меня все отвесено. Форма готова. Пока сейчас оно добивается, я нарезаю яблочки. 3 яблочка кубиком, без шкурочки. Ребят, я уже все добавила порошочек 10 граммов,
добавила сливки масла и теперь потихоньку все пою муку. Здесь у меня было 700 граммов. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас пойдет. Консистенция густая сметана. Я ложкой не перемешиваю, у меня все мешает комбайн. Яблочки нарезанные, сейчас мы их посыпем корицей чуть-чуть. Риксончик у нас заказала торт с корицей. Лопаткой со стенок мы доберем. Так, учитывая то, что сниму сейчас со стенок, у меня ушло 300 граммов муки. Рассказываю я вам долго, но на самом деле это все очень быстро делается. Видите, тесто гладкое, густая сметана. Посыпаем корицей чуть-чуть яблочки. И пока не потемнели, отправляем их в наше тесто. Смешиваем. Осталось мне порезать яблочки на слайсы. Сейчас одной рукой. Так, наша форма намазюканная. Отправляем наше содержимое. Выравниваем. У меня форма пошире, у меня 26. Это наша Эрика будет сегодня на 10-м небе от счастья. Разравниваем, приступкиваем. И самое главное сейчас нарезать яблочки слайсами. Так, ребятки, у меня, видите, есть такая возможность нарезать яблочки 1,5 миллиметра такими слайсами. И сейчас я буду делать розочку. Потихоньку внахлёст, по кругу и по всей форме заставляем наши яблочки. Вот смотрите, такой цветочек получился с розовым ободочком, и я его еще чуток посыплю корицей. Где-то лепестки были побольше, где-то поменьше, но это не страшно. Так, в духовку. У Виталика он пекся 1 час 10 минут, я думаю, мне 40-45 минут, ну 50 поставлю. 180 градусов, потом буду смотреть. У нас духовка, ух, ребят. Милые дамы и господа, Витаська, спасибо тебе большое. Эриксончика с Андрюхой мы удивили. Гляньте, какая красота. У меня, конечно, здесь не так густо лепесточков, у меня просто не было времени их втыкать. Но если мы это остудим, посыпем сахарной пудрой и корицей, это будет что-то. Шедевр. Виталька, аплодирую стоя. Ну что, Андрюха, как наш торт? Супер, супер. Но это ieri una ricetta di super cuoco, quello che mi ha mandato il pacco dall'Ucraina. Объясняю, что это торт Виталика Барилко. Все его знают. Qua c'è dentro la cannella, lui non aveva messo, io l'ho messo, perché la richiesta di Riksончик, потому что Эрика меня вчера попросила яблочный торт, и мы сделали с корицей, вот, все. Не вынесла душа поэта. Сейчас мы переложим на решеточку этот тортик остывать, что Эрика его уже открыла, смотрите, какой красавец. Ладно, пробуем рыбную котлетку. Она уже пришла у нас в панировке, поэтому мы только должны ее пожарить в масле. Так, ну что, тортик наш зарежем. Идемте. Хороший такой у нас режущий. Берем мы наш тортик. Внизу еще тепленький. И без жалости. Нам кигатти. Ди-ди-ди-ди. Хрустящие яблочки сверху. Деви-дире. Женя колхозник. Женя. Эриксон не хочет сказать, что ты колхозник. Кефико.
Я, конечно, не удержалась, разрезала, ребятки, теплые еще. Очень вкусный кусочек. Я уже съела. Влажненький за счет яблок. Вкуснотища. Супер. Но время выпечки все-таки 1 час 10 минут. Все-таки барылка от своих правил не отступает. Так что рецепт точный, можете повторять. Вот такая косметичка. Лилечку будет для ключей. Вот такие духи. Сашетки. Одноразовые. Босс. Кто у нас босс, я буду боссом. Боссом буду я. Спасибо, Андрюшка. Андрюха нам новое обмундирование купил. Как ты вам? Ничего. Смотримся с рукавчиком, бо у нас уже начинает холодать. Оп.